Ваня, скажи, что все-таки получилось у тебя с ногами? Неловкий вопрос, конечно. Ну, да, как бы не то, что неловкий. Ну, получилось так, что после работы решил поколымить. Собрать гараж. Ну, лопнула плита, на которой я стоял. У меня два раза лопнула по ногам. И сломала, да? Раздробила. Раздробила? Это сколько лет назад было это? Так, ну это было в 2010 году, получается, 6 лет назад. А, 6 лет назад, да? Ну, понятно. И сейчас у тебя что там, можешь немного показать? Ага, две ноги, протезы, да? Да. Ну, понятно. Всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Сегодняшняя тренировка у нас будет проходить в спортзале Богатырь. Основан, наверное, очень-очень давно. Один из первых в Красноярске. Представлю вам человечка. Зовут его Иван. И он сам немножко себе расскажет. Ну, здравствуйте, все подписчики Спортивного Деда. Мы находимся в спортзале Богатырь, на котором находится в Солнечном. Ну, сегодня у нас будет такая небольшая тренировка, подводящая моя тренировка, потому что в эту субботу, 26 ноября, будут краевые соревнования. Ну, там буду показывать, надеюсь, где вы проходите? В Локомотиве. Да, вот в Локомотиве на первом этаже, вроде. Ленина, сколько там? Локомотив. Вот адрес точно не помню. Знаешь, что сам на Ленина находится? Вот, там будет, ну, начало взвешивания с 9, ну, я думаю, что в 11 приблизительно буду начинать. Вот, получается, что хочу показать новый для себя результат соревновательный, а не тренировочный. Ну, надеюсь, будут соперники. Все понял. А так обычно не бывает? Ну, в последнее время уже да. Да, Ваня, еще нюанс такой, да? Ты только по жиму, да? Ну, чисто да, жим. А почему? Я, ну, потому что здесь у меня протезы на двух ногах. Я паралимпийский спортсмен, получается, спортсмен ПОДА, с поражением опорно-двигательного аппарата. Ну, о себе, если пятикратный чемпион края города, два раза чемпион Сибири, потом... Крым даже... Крым брал, да? Крым брал. Один раз взял Крым. Золото взял в жиме. И бронзу получилось, кажется, мне взять. Да, бронзу. В толкании ядра. Ну, первый раз попробовал, ну и третьим стал. Ну, как-то удачно сложилось, или не знаю. Ну и два раза бронзовый призер России чемпионата. В этом будущем году. Это сколько ты пожал на стене? Ну там маловато было. Ну, сейчас планирую на последних моих 10 месяцев соревнованиях это было 190. А там что 175-180 закончилось. Потому что судейство, естественно, мирового уровня уже не здесь, которое местно проходит, а более-менее мировой уровень. И все строго. Все довольно даже так. Получается, мы машины. Так, Вань, ну скажи, что мы сегодня будем делать? Ну сейчас немножечко пожмем. Начнем жим от горизонтали. Да, ну я сейчас просто разминаюсь. У тебя какой вес для разминки? Ну, разминки я 50 ставлю. Сразу видно немножечко, когда непрофессионалы берутся.
лифтеры, все они жмут, да, по трем командам. Это старт, потом идет команда жим, а потом стойки. А у нашего дивизиона, то, что я так, ну, себя называю дивизион, совершенно другой, у нас идет только две команды. Но у нас это не значит, что как только сразу оторвал и повышнул. У нас должна быть фиксируемая пауза и видимая. То бишь, значит, где звучит команда старт, доводишь до груди, не вдавливая, ничего не это. Ты должен коснуться, держать, можно немножечко вдавить, но чтобы штанга никуда не проседала. В связи с этим, ну, где-то приблизительно одна секунда, скажем так, времени проходит. И потом с этого же места, если вниз чуть-чуть, то уже считается двойным движением. С этого же места начинается жим. Пожал, и потом звучит только, когда ты ровно все стоишь, звучит команда стойки. После этого только идет. Возьми сразу правильно, хорошо. И не торопись. Внизу около секунды задержку сделай. Пусть мышцы подогреются. Вот. Не ложи ее, а держи. Ты. Ага. Хорошо. Да, вот сейчас у тебя как бы получилось вот это все правильная пауза, но только у тебя было двойное движение. Ты после этой паузы, когда коснулся, делал отведение, как будто собираешься силы, начинаешься ждать. А это, да, уже считается запрещено. Вот ты как только должен коснуться, и от этого же положения, почему у нас мы касаемся груди, держим ее в напряжении, и с этого же момента начинаем жать, чтобы не было вот этого. Потому что чуть малейшее, не даже... Это типа... Это уже все типа, нельзя. Типа вот получается... Да. Обычно все лифтеры считают, они помогают все этим подтолкнуть. Но у нас это не канает. Так, что еще по 25-очке? Ну, это еще как бы разминочные. Более-менее разминочные перед рабочими. Третий подводящий перед основным, да? Ну, скажем, уже, да. Начинающим рабочим. Походу, нет, да? Это еще разминочный. А это еще разминочный? Да. Ваня, скажи, что все-таки получилось у тебя с ногами? Неловкий вопрос, конечно. Ну, не то, что неловкий. Ну, получилось так, что после работы решил поколымить. Собрать гараж. Ну, лопнула плита, на которой я стоял. У меня два раза хлопнуло по ногам. И сломало, да? Ну, раздробило. Раздробило? Это сколько лет назад было? Так, ну это было в 2010 году, получается, 6 лет назад. Ну. Вот. И сейчас у тебя что там, можешь немного показать? Ага, две ноги, протезы, да? Ну да. Дорогие. Давай на три. Дыши, вдох, выдох. Хороший вдох, глубокий делай, когда опускаешь. Жим. Выдыхаешь. Стойки. Вот оно вот все хорошо, все идет. Но смотри, маленькая ошибочка по дыханию. Ты чуть-чуть взял воздух и начал вести, потом там хватанул.
тебя недостаток кислорода. Да. Да. Получается правильное движение, чтобы все хорошо, хорошо всегда спрогрессировать. И все. Ты когда ведешь, ты делаешь всегда вдох. При этом диафрагма грудной клетки, у тебя она увеличивается, немножечко сокращается амплитуда жима. Все. Да. Сделал, вдохнул очень широко, все, коснулся, и потом начинаешь отсюда выдыхать. Постоянно весь выдох. Все, выдох, все, постоянно стойки. Я тоже, мне Серега все постоянно пускал, например, лошадиной мазью намажься там, и еще и делай там. Я говорю, ну да, я старый уже, ну ничего, говорю, здесь и смажусь, у меня товарищ тоже, когда с ним вот, у нас вагон, когда занимаемся. А физотроны можем взять, все, и пошли вдвоем, мы вагон сидели, и сделали спортзал. А тут, да все, купить хочу, как гляну на цены, не хочу. Скажи, кстати, да, сколько отдыхает лифтеры обычно в среднем? Ну, по 10 минут бывает, да, между подходом. Чтобы полностью, как там, да, восстановиться. Восстановиться, АТФ, там, все, все, да, и нервы, вот и все, все, систему, да? Готовым быть полностью. Ну, все, у нас же иногда, особенно о молодежи, они же считают, что нам тренер не нужен. Все увидят в интернете. О, ничего себе, он там, Арнольд Шварценеггер так занимался, я же что, я же не хуже. И давай. Только никто же не учитывает, что каждый профессионал, он снимает или свою тренировку, или, ну, не все до конца он там скажет и расскажет. Потому что каждый себя уважаемый тренер, инструктор в зале, он же работает за деньги, бесплатно, зачем им говорить. А все зато думают, зачем нам тренер. И поэтому столько видео в интернете, как они там жмут, как горбатятся. Так, ложись глазами под гриф. Вот. Чтобы нормально, когда вылезешь, чтобы у тебя не зацепить стойку. Хорошо соберись. Все. Уперся, прогиб. Вот. Поехали. Давай-давай, спокойненько, все, стоечка. Ну, вот видишь, как хорошо. Значит, все-таки пытажки рабочие, как ты знаешь, да? Вот да. Как многие говорят, что пытажки не работают, а цепа или еще что-то. Не, ну я просто говорю, что, скажем так, еще раз, перепробовал много всяких этих фирм. И Sun, и Optimetrition, и даже Wellness. Ну, много фирм пробовал. Ну, сейчас остановился, ну, на то, что предлагаю всем это РПС на 1000. Я тоже пробовал как бы тренироваться без БЦАшек неделю, с БЦАшками, но есть различия. Такая, получше тренировочка по тысячам. Поживи, да, да. Поживи. И потом как бы получается, что не так сильно устаешь, ну, да. И бодрячок себя чувствуешь нормально. Все. Ну что, жмем? Thank you.
например, у меня три точки, да, руки и ноги, да, треугольник получается у вас, это, а ты как? А у меня только две. Ну, я понял, что это, как у меня получается, я держу равновесие в данный момент лопатки, лопатками на заднице немного, все. Все понял, но на соревнованиях там не пристегивают как-то, да? Не, у нас же лавка другая. А, лавка другая идет? Да, у нас здесь получается, идет здесь расширение, и она вот, сама по себе где-то 2 метра. Здесь ширина у нее, ну, где-то 80 сантиметров, может, там 90. Когда ты ложишься, то тебе ноги привязывают ремнями. Так, что мы сейчас... Так, сейчас один подходик сделаем, заключительный длины баттерфляя. Там сделаем его какой-то добивочный. На сколько? На 20. Делаешь 10 быстро? Ну, как обычно делаешь. А остальные 10 делаешь в середине с задержкой на секунду. Да, и с плавным отведением. Сжался, и вот все, делаешь обычненько. Доводи до конца всегда. Во. Да. Подержи. Вот, отводи. При этом ты локтями веди. Сейчас веди локтями. При этом нагружай грудь, напрягай ее, можно будет. Доведи, доведи, еще. Давай, 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 доводи, доводи, доводи. Все, хорош. Ну вот, немножечко добили. Вот здесь ты уже даже после одного подхода ты уже почувствовал, как это. У тебя здесь начинается и прорисовка груди после этого. У тебя получается будет нормальная грудь. Ну, я говорю, анатомический тренажер прям это, прям нет, заходит нет, нормально. Везде ход был, да, хорошие тренажеры, но не все 115, я не могу поработать. Мне не нравится. Да, туда можно пойти. Есть там, конечно, беговые, да, все, где-то что-то нормальное есть тренажер. Но вот именно что в богатыре вот эти вот еще васильгумовские вот эти вот все тренажеры, они вот именно дают хорошо проработаться. Это просто превосходно. Я вот сам отлично на них занимаюсь. Но здесь, да, я себе навешиваю чуть-чуть еще, мне не хватает. А, недавно травмировал колено, поэтому мне Ваня посоветовал вот сделать такие, сейчас восстанавливаю колено, такие легкие упражнения немножко, чтобы забили и суставы, связки, ну, такое что-то. Вот и ванная должна быть, чтобы до конца сильно не выжигать. Чуть-чуть согнутая, вот все. Вот. Постарайся не так, что есть, но спину вести. Так же, как это. Если твои движения без резких движений плавно вверх поднимаешь, плавно опускаешь, да, поднимал чуть-чуть, побыстрее. А для чего на носочках ходить? Здесь тоже везде.
да, свои хитрости. Ну это просто как выходить. Можешь исполнить танец среди детей. Ну, нет, меня не поймут. Ваня, я вообще слышал, что у вас вот «Богатыре» есть такое, как социальная программа. Здесь люди занимаются, да, вроде как бесплатно даже. Да, у нас есть такая социальная программа, получается. У нас занимаются с 9 до 6 вечера, вторник, четверг, субботу, пенсионеры бесплатно. Пенсионеры? Пенсионеры. По пенсионному удостоверению? По пенсионному удостоверению, да, мы их записываем. Уже здесь у нас порядка 80 человек. Ну да. Плюс также инвалиды бесплатно. А, вот так даже, да, инвалиды, да, и... Да, ходят инвалиды бесплатно, также инвалиды и участники военных действий. Ну, есть у нас еще даже пару парней, которые занимаются, они участвуют в Чечне. Вроде, ну, с виду парень, но при удостоверении он ходит бесплатно. И также у нас еще в остальные 7 дней и в эти дни школьники до 6 вечера, с 9 до 6 школьники 50%. То есть если у нас стоит 100 рублей, то они все уже платят 50. Да, отлично. Ну смотрите, я хоть и в Красноярске живу, но знал, что в «Богатыре», да, есть социальная программа про пенсионеров, не про военнослужащих, а кто там участвует в боевых действиях, не про школьников. Так что, друзья, если вы пенсионеры, если вы и вы школьники, так что дуйте сюда. Ну понятно, ты здесь работаешь тренером, да? Да, я здесь работаю тренером. Мои дни вторник, четверг, суббота и воскресенье. Я всегда здесь 2 часов. У меня также занимается парочка пенсионеров. Кто-то, есть у нас живые есть пенсионеры, есть просто, которые хотят поговорить, что-то поделать. Есть пенсионеры, которые хотят приобрести хорошую форму, ну и где по-другому. Да, как давно ты занимаешься и что тебя подтолкнуло именно к спорту? Сколько лет вообще занимаешься? Ну я занимаюсь с 2012 года начал. С какого? С 2012. С 2012? Ну да, буквально. А получается, у тебя подтолкнула твоя травма? Нет, я раньше-то все равно... Ну до травмы ты был, наверное, как бы простой посетитель, наверное. Нет, я в зал даже не ходил, не хватало физического труда на стройке, потому что я на стройке был. Ага. Раньше просто школьные годы и когда учился в технике, я посещал подобный план. А после этого меня пригласили выступить на соревнованиях по жиму. Ну. Ну, выступил. Тем более наш вот этот вид спорта по пауэрлифтингу, подорцев, он является паралимпийским видом спорта. Естественно, с этой нынешней политической ситуацией даже наши спортсмены, да, поехали в этот договорил. Но так он считается паралимпийским видом спорта. И я думаю, что если все хорошо получится, через на следующей паралимпиаде, может быть, там я пойду. А, вот так у тебя даже заявку какую-то подал. Да, я уже планирую конкретную заявку. Да. Если, конечно, получится все попасть в сборную России, потому что сейчас со сборной Красноярского края все равно мало, а там идет чемпионат, основной мой сборной России. И сейчас вот выполнен норматив там определенный, 5 квадратов до мастера спорта. Но если ты смотришь, то видишь, со своими хорошими результатами, где тебя можно теперь найти и с тобой потренироваться, чтобы ты какие-то свои, возможно, секреты лифтерам там или еще кто-то захочет, кто-то, например, людей там с отклонениями? Ну, непосредственно тренировки я провожу здесь, в клубе «Богатырь», в микрорайоне Солнечном, вторник, четверг, суббота, воскресенье. Я всегда здесь 2 часа. Это 60 лет. Образование СССР. 21. Губа, как это, находится в Солнечном. А так, если что, кто-то хочет получить консультацию через интернет, там, то еще там можно найти меня ВКонтакте. Иван Романов забит. Ссылка будет внизу. Также можно пообщаться со мной
моей же группе сделай тело, покажу вам. Ну и могу рассказать, где что подробно по спортивному питанию, где что порекомендовать. Также оно есть у меня в продаже. Сайт 24sportfit.ru. Ну, жду всех в наш клуб, чтобы быть физически здоровым, сильным. Все такое. Все, Вань, спасибо. Сейчас еще мы замешаем по коктейльчику после тренировки, естественно, белкового выпьем. Так, друзья, ну что, подписывайтесь на мой канал «Спортивный дед», ставьте лайки, делитесь с друзьями. Смотрите, переходите к Ване на страничку, он многое вам расскажет. Мне достаточно такие нюансы, тонкости дал, хотя я достаточно тоже долгое время занимаюсь. Всем счастливо, всем пока!